Доброе утро всем, ребята, доброе утро. Эй, 6 утра, короче, я уже почти к Некрасовке подхожу. Фенина прошел, короче, на улице около нуля, наверное, да? А, минус один сегодня. Минус один. Это сегодня у нас что? Какое число-то у нас сегодня? 25 октября, минус один. Вот так вот. Так, ну чё, короче, на Яндекс.Дзен, ребяточки, подписывайтесь, Яндекс.Дзен. Изначально видосы все туда будут выходить. Сейчас снимаем побольше туда контента. Топовый контент туда будем снимать. Вот. Я не знаю, это телегу, блин, ну в телеге монетизации нет, я не знаю даже смысл. Ну, кто желает, пусть заходит в телегу. Вот так, чтобы на связи быть. Туда можно все что угодно загружать, как говорится. Но там ограничение 2 гига, а если премиум подписка, типа, там 2000 в год, короче, стоит, насколько я понял. У телеги, блин, стоит он того, ну, блин, вроде 2000 в год, как бы. Там уже лимит 4 гига будет. То есть, ну, 2 гига это... Full HD, если то 8 минут видосы, 9-10 минут где-то примерно. А если в 4К, то, не знаю, 5-минутные хотя бы будут. Смысл просто покупаю премиум, что-то в телеге покупать. А так лимита 2 гига, потом 4 гига. Все равно ограничения есть. Нет ограничения по скорости, насколько я понял. Смысл в телеге покупать премиум, не знаю, какие там плюшки за эмодзи, значков, он того стоит, не стоит, монетизации там как бы нету, так если что-то продавать, что-то если продавать, то можно будет в телеге, пусть ребята подписываются, а мы будем что-то продавать, не знаю, ну, сейчас. Цена на Zenfone 10 на Озоне уже падает. Вчера выросла на 7000. Потом я смотрю через другой магазин на Озоне, другого продавца. Там дешевле на 1000. Сейчас смотрю. Утром посмотрел, еще дешевле на 1200 где-то. Нет, на 1000 где-то. Примерно на 1000 в день цена падает. То есть до нового продавца она... поднялась на 7000, уже 80 тысяч стало стоить, а было 74, 73, до 72 падало. Я посмотрел от другого продавца 72 тысячи, сегодня смотрю, от этого же продавца 71 тысяча стоит. Это топовая комплектация Zenfone 10, 16 оперативки, 512 памяти встроенной. Вот. Хочу именно такую брать. Если брать топовую, если брать телефон, то брать топовую модификацию. Это как iPhone, блин. Ты же не будешь iPhone на 128 гигов там или 256 брать. Если же брать, то отрабатывает тогда уж. Да, там разница там не в два раза, конечно, будет. Так же, как и тут. Версия 256 и 512, там, ну, 5, 6, ну, 7 тысяч разница, это максимум. На Озоне, может быть, там. А в наших магазинах, конечно, там все 20-30 тысяч залупят цену, разницу. Поэтому я у себя не хочу. Я посмотрел на Яндекс.Маркете. 93 тысячи. Топовая модификация стоит. И это последняя партия, скорее всего. Следующая закупочная цена будет по 100 тысяч. 93 тысячи. Топовая модификация на Яндекс.Маркете. Самая дешевая. Вот тебе и разница. А на Озоне 71 тысяча. Вот сегодня утром. Вчера было 72. Сегодня утром 71 тысяча. Вот тебе и разница. 20 тысяч, ну 19, там 20, ну почти 20 тысяч. Округляем, 20 тысяч разница. На Озоне дешевле. А это чья-то зарплата. Чья-то зарплата. А зарплата Магните, блядь. Магнит не платит мне за рекламу. Спиздил все в Магните. Бесплатный Магнит. Быстрые выплаты. В карман сразу. Пришел в магазин, тебе в карман все падает.
Это куплено, это куплено, это оплачено, это списано. Все списано. Да, братиш? 790 регион вообще нормально хотя. Затонированный. Ну, короче, это. Слышь, я не знаю. Что там это, короче. Буду думать, короче, не знаю. Пусть на Озоне будет дешевле, ладно. Я возьму лучше на Озоне. На 20 тысяч. Ну просто я как бы это рискую. Чтоб ты понимал, я рискую. Просто на Озоне ни разу там телефон не брал, там то есть эту технику. Многие знакомые просто брали технику. А я как бы, ну ни разу что-то не брал. Вот так, по мелочевке, типа, ну, блядь. В такую сумму, что там 80 тысяч отдавать Озону. Как-то это. Не то, что жаба душит, а просто рискуешь, как бы, да? Ну, у меня многие знакомые просто. Уже и по 150 тысяч там товары покупали. Говорят, все нормально, короче, все приходит, все чики-пуки. Типа, ну я типа, блин, ну не знаю, мало ли там. Отзывы можно и накрутить. У нас же как отзывы накручиваются. Отзывы накрутить можно. Мало ли кто там их написал. Поэтому как-то так. Я не знаю просто. А люди просыпаются потихоньку. Сейчас народ в метро пойдет. Некрасовка. Да, ну блин, такое дело. Стоит, не стоит. 755. А, по-моему, он, по-моему, с 5.30 ходит, 755, не помню точно. По-моему, с 5.30. Время уже 6.10. Он уже ходит. 6 часов я его тоже видел. 5.30, наверное, 5.40 где-то. Ну, как метро, наверное, открывается. Метро запускается 5.30. Ну, точнее, 5.30.40 открывает метро. Отправление в 5.40. Интересно, что сегодня под заказом будет. Интересно. Вчера прям повезло. Две точки без выгрузки. Одна у меня еще второй маршрут. Поспали. Пожрал, поел, поспал. Еще две точки кинули без выгрузки. Коля говорит, пиздуй домой. Это заебись. Сейчас не знаю, я надеюсь, вообще лучше в область какую-нибудь, да, там. Только не Некрасовский, блин, ненавижу этот Некрасовский. Там вот эти ЖКшки, блин, трехэтажные. А там вроде лифты нормальные. Они все под охраной, ЖКшки там. Там вот этот Лосиноостровской. ЖК Лосиноостровской или Петровский, как он там называется. Некрасовский район, короче. Все, блин, неудобный такой. Его. Вроде место парковки есть, нифига там ничего нет. Парковка свободна, приезжаешь, нифига не свободна. Время, промежуток бы указывали, в какое там время. Свободно парковка, можно было бы заехать. Нахерен. Телефон перегревается, короче.